Анжелика, рада вас видеть, прекрасно выглядите, роскошно. Такие красивые цветы. Кому? Игорь Гуляеву, конечно. А покупаете ли вы? Или, может быть, вам подарил Игорь Гуляев шубу? Расскажите. У меня удивительная история. Я являюсь поклонницей его творчества давно, и он является поклонником моего творчества. Но вы не поверите. Да. Ни одного шедевра от Игоря Гуляева нет в моем гардеробе. Да. Не может быть, я уже практически не верю. Но это удивительная история. На самом деле у нас безумная симпатия друг к другу. И ничего я не ношу от Игоря Гуляева. До сих пор я пришла сегодня на показ с моим продюсером. Ничего от Игоря Гуляева пока нет в моем гардеробе. Почему? Мы переживаем. Дело в том, что это очень ответственный дизайнер. Вы не думайте, что это просто так. Игорь Гуляев очень тонко. Он пришел на концерт Анжелики, посмотрел. Он пришел с вещами, но их не отдал. То есть вы... Он их не отдал. Он их унес. Продал дорого, сказал, что намерила, но пошутил. Хорошо, тогда такой сразу же вопрос. Значит, в прошлом году Анжелика была на показе, так шубы все равно нет. Шубы нет, потому что вмешался другой дизайнер. От другого дизайнера появилась шуба. Я не буду назвать ее имя, чтобы не делать рекламу, хотя могу сказать. Это можно сделать рекламу, давайте сделаем. А это Елена, и еще раз Елена. Да. Ну, мы все догадались, но Елена Ермак, я хочу сказать, конечно, шубы очень хорошие. Немножко дороговато она берет с нас. Нет, может быть, вас нет, а вот говорят, что много европейских звезд, которые жалуются, что очень дорого берет Елена. На самом деле, да, все, если бы знали, как дорого она с нас взяла. На самом деле, нет ничего дороже денег в этой жизни. Я могу вам сказать, что все красивое, все экстравагантное, все эффектное стоит денег. И надо с этим согласиться. Я думаю, что показ Игоря Гуляева сегодня подтвердит это. Он уникальный. Дайте сказать женщине, мужчине. Он уникальный, он удивительный. Я поклонница его творчества уже очень давно. И я думаю, что в следующем сезоне мы с ним посотрудничаем как две творческие личности, серьезно. Мне причем кажется, Анжелика, что вы такая роскошная певица, у вас красивый репертуар. И шуба, наверное, на каком-нибудь вашем сольном концерте украсила бы вас еще больше. Вы знаете, ничего не украшает певицу так сильно, как ее естественность, ее простота. И любовь. И любовь. И роскошная шуба, несомненно.